Такие уроки мужества школьники пропускать не желают. Они готовы ходить сюда ежедневно. В войсковой части солдаты разрешают ученикам подержать в руках автомат, разобрать и собрать оружие и даже почувствовать себя командиром пулеметного расчета. Школьники работают в паре под строгим надзором наставников в погонах. Абай Усенов учится целиться. Я узнал много интересного. К примеру, что стреляет автомат на расстояние 1000 метров. Нам дали посидеть у пулемета. Мне очень понравилось. Следующая часть необычного урока содержит патриотическую составляющую. Все меньше остается свидетелей Великой Отечественной войны. Все чаще происходит фальсификация ее фактов и событий. Чтобы не допустить искажения действительности тех лет, ветераны и труженики тыла делятся со школьниками своими воспоминаниями. В завершении встречи песня «День Победы». После ветераны, школьники и солдаты соберутся за одним столом, главное блюдо которого – солдатская каша. Это день Победы.